Всем здарова, вы на канале Максика, это вторая серия по World of Tanks Blitz, телефонной версии. Это получается у нас четвертая или третья катка. Чё? Погнали! Так, 5, 4, 3, 2, 1. Погнали. Так, это у нас карта... Не знаю, что за карта. Наедем сюда. Вылезет сейчас вот оттуда один. Я уверен. Водитель, блин. Есть. Я же сказал, вылезет. Классер. Ладно. Ё-моё. 49. Почему я так мало не наношу? 43. Есть 6. Блин, броня не пробит. Первый. Второй. Есть. Эту катку мы выиграли. И посмотрим, что нам дать. Ну, выйдет. Есть. Так, что нового мы можем сделать? Купить танк другой нации. Награда. Так. Погнали. Что там по японкам? Нет. Да я понял. Я понял. Так. Кто у нас там? Кто из десяток? Вот, давай эту купим. ПЗ-2. Купить. К танку. Это есть. Так, давайте заберем подарочки. Не надо нам это... Бесплатных. 3 штуки аж. Так, забрать. Так. Чё, погнали еще одну в катку? На Т-26. Так, вторая катка начинается. Это у нас карта Эшелон станция. Так. Один выйдет оттуда. Тут зона. Ну, давай вот тут в зоне встанем. Так, круассер. Так, уезжаем, уезжаем, уезжаем. Не попал. Давай, давай, давай. Минус 40. Минус 40. Да. Ладно. Так, 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 так. Минус 42. Так, есть. Летит. Не попал.
Почему я не попадаю? Типа на ходу. Нельзя стрелять? Давай в боеукладку. Куда, где у него тут боеукладка? Ну где-то вот здесь по логике. Так, есть. Ну. Минус. И последний. 37. Так. Есть. Ну и последний выстрел. Есть. Катка завершена. И ролик идет 7 минут. Ну сейчас еще одну каточку. Убираем. Можно что-то забрать. Почти до 3000 дошли. Так. Это что у нас? Лента. Понятно. Давайте каточку на ПЗ-2. Погнали. Следующая катка, это тоже карта Эшелон, но это уже... Попадание. Броня не пробита. Едет. Есть. Попадание. Пробитие. Так. Хорошо. Так, давай добейте его. Хорошо. Блин, едет. Минус. Чё? Ё-моё! Понял. Жопу стреляет. Есть пробитие. Пробитие. Хорошо. Пробитие. Ну давай. Есть пробитие. Есть пробитие. Так, ну. Давай, последний. Броня не пробита. Один хп у него. Я остался последний. Чего? Пробил. Так, быстрее, перезарядка. Этот есть. Пусть не движение невозможно. Есть. Нет, я не вытащу. Первое поражение. Но я держался достойно, как по мне. Все там. Я думаю, на этот момент хватит. Я лучше выложу это 1 апреля, наверное, то есть для меня это завтра, для вас это уже настало. Ну, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Всем пока!